Всем привет! И сейчас я покажу, как играть песню группы ДДТ «Что такое осень?». Эта песня была очень популярна в середине 90-х годов, но сейчас хоть она немного утратила свою популярность, но по-прежнему ее все помнят и все любят исполнять в больших и дружных компаниях. Ну а теперь сама песня. Что такое здесь используются такие ля минор, затем фа мажор, ре минор и ми мажор. Бой идет следующий. И когда мы пробуем петь и играть, то стараемся вовремя делать необходимые нам заглушки правой рукой по струнам. Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами. В ушах разлетаются птицы с облаками. Осень недавно с тобой не была. Осень в небе жгут корабли. Всегда стараемся, чтобы наш ритмический рисунок был немного живой, то есть делаем, где нужно заглушки, где делаем, мы пропускаем эти заглушки, то есть всегда стараемся поддерживать актуальность нашего ритмического рисунка на высоком уровне. Полный текст песни с аккордами я дам в комментарии к этому видео, который будет представлен ниже него в моей папке личного видео на музыкальный канал, оно не попадет. Всем спасибо за внимание, если кому чего будет непонятно, добро пожаловать в мои личные сообщения.